Дима Билан устал оценивать голоса. Сати Казанова забыла о бывшем. Красотка Сати Казанова, по слухам, недавно расставшаяся со своим женихом-олигархом, совсем не скучает и приятно проводит время с бывшим солистом группы «Озон». Записав вместе песню о любви, эта пара не стала затягивать и с клипом. 19 мая в модном московском ресторане они представили свое творение на суд строгой публики. И не важно, где сейчас и с кем ты, шатишь комплименты, вижу я насквозь твою любовь, твою любовь. Отношения Сати и Арсениума развивались постепенно, и прежде чем съемки клипа завершились, ребятам пришлось пережить немало сложностей. У нас было столько проблем и срывов перед съемками. Вот где-то дней 5 перед это были сплошные обломы. И мы уже, знаете, так сели, так вот уже пусть будет, что будет. Несмотря на трудности, именно Арсениум сумел стать тем мужчиной, которому ветреная артистка сказала заветные слова. А потом я выслал Сати песню, а потом, я не знаю, если Сати понравилось, но она сказала «да». Да, и сказал он «да». Я впредь Арсению не говорю слово «нет». Я всегда ему говорю «да». Да? Да. Да. Преодолеть проблемы со съемками в Баку артистам помог Эмин. Он, как золотая антилопа, одним ударом волшебного копытца разрешил все сложности. Но при этом, как настоящий принц, скромно преуменьшал свои заслуги. Кстати, призналась, что вы выступили в роли мецената, можно сказать, в их клипе. В любом случае, я просто узнал, что они в Баку. И будут снимать клипы. Естественно, все, что в родном городе я мог для них сделать. Они оставались в небольшом отельчике у меня на берегу. Это был моим небольшим вкладом в этот клип, скромным. И были в городе, я помог им немножко с согласованием разных разрешение для съемки в старом городе. Если, кстати, Казановой скромняга Эмин относится с симпатией, то о творчестве ее напарника имеет смутное сомнение. И так и не смог напеть нам главный хит группы «Озон». Ой, вот они только что пели. Ра-ра-ра-ра. Да, вот он. Участник группы «Иванушки Интернешнл» Кирилл Андреев сказал нам, что остался доволен увиденным клипом и вполне верит, что Арсениум сумеет покорить российский шоу-бизнес. Ну, естественно, «Озон» — это была группа. Вот, когда-то там были некоторые песни, вот, они гастролировали, но так получилось, что вот он ушел. Но это, опять же, поиск себя. Молодой парень, почему? Ему же не 80 лет. Вот. Дима Билан хоть и был настроен менее оптимистично, но все-таки похвалил ребят и пожелал им удачи. Ведь Сати, как землячка Билана, пользуется особым его расположением. Усилия, они всегда должны вознаграждаться. И я вот в этом контексте смотрю на то, что они делают приятности, живут, дышат полной грудью. Позвать на презентацию клипа члена жюри шоу «Голос» – рискованный шаг, ведь Дима мог и не повернуться. Однако то, чего ждешь от Билана, не ожидаешь от других гостей. Юлия Волкова и дизайнер Игорь Гуляев во время презентации мило болтали за стойкой бара. Действительно, ни разу не обернувшись к виновникам торжества. А ведь Арсениум так рассчитывал на внимание всех друзей Казановой. Я думаю, больше гостей со стороны Сати. Но твои друзья станут моими друзьями. Конечно, они уже твои. А твои моими.